сегодня будем раскрашивать тыквы на Хэллоуин. А как мы будем разукрашивать так? Ну, как хочешь. Я хочу тыковку сделать разноцветную. Возьму красный цвет, тогда возьмем зелененький, синий и фиолетовый. Получается мячик. Арбузик. Давай, пока ты раскрашиваешь маленький, я раскрашу другой какой-то. Получилась вот такая. Уже закрасила глаза. Сейчас буду рисовать нос. Нарисовала такие бровки нашей тыквочки. У меня вот такое получается. Дрина разрисовывает свою тыкву. Я уже нарисовала вот такую мордашку. Сейчас я нарисую ей еще щечки. Она будет готова. Вот такая красавица. Такой добрячок. Все месит краски. Все не может найти свой нужный цвет. Творческий беспорядок. Покажи свои руки, какие они красивые. Прекрасно. Не осталось. Вот. И все. Мой красавчик готов. Вот такой у меня получился. Красавец. Кому понравился, ставьте лайк. Такая тыквочка у нас получилась веселая. Это вообще шарик какой-то арбузный. Это да, он уже шарик. Высох, покажи ближе. Да. Вот такой получился у Дарины шарик. Какая у нас тыковка получилась, такая мордашка. Да. Красотка. Вот такие у нас получились тыковки. Тыквочки сохнут. Мы откроем конфеты на Хэллоуин. Такие у тебя червячки? Да, и червячки, и палочки, и даже глаз. Начнем с этой руки. О, ничего себе. Давай я буду ближе показывать. Вот такая рука на Хэллоуин. С таким зомбиком. Зомби. А рукой что? Раз. Привет! Привет! Всем привет! Всем привет!
Ну давай начнем, посмотрим, что ж там такое. Вау! Вау! Я сняла упаковочку. Он сыпется такой. Давай будем пробовать. Могу открыть? Давай я тебе помогу. Давай. Есть еще такая нога. Вот такая нога у нас еще. Это такого плана, одинаковые они. Это ой. Нога и рука зомби. И Дарина сейчас будет пробовать. И скажет, какой вкуснее. Ну как? Это такое вот так. Пока идет. Мешочек. В общем, это кислятина такая. Мозг кислятина. Вас тоже будем пробовать. Два глаза разных цветов. Какая-то жутко красивая. Спасибо. Ну давай, какой будешь пробовать? Буду красный пробовать. Уколы ставят? Инъекции. Сейчас мы тебе сделаем инъекцию. Прививка. Да. Инъекцию. Сейчас набрала эти инъекции. Проводить инъекцию. Она клубничная. Хорошо, давай, что там еще есть? Что-то там у тебя в твоей коробочке с конфетами. Зомби. Вот такие леденцы зомби. Ничего себе, такие страшилки. Надо, Рина, какой ты будешь открывать из них? Они, наверное, разных вкусов. Один зеленый, другой такой фиолетовый. Он, кажется, тоже не открывает. Тоже нет? Что-то сегодня, ну, ничего не открывается. Невозможно открыть эти конфеты. Давай я буду помогать. Какая синяя конфетка. Какая синяя? Фиолетовая, аж черная такая. Фиолетово-черная. А как на вкус? На вкус она как голубика. Ну, я так думаю, что это черная смородина. А ну дай попробовать. Черная смородина. Очень классная. На этой сладкой ноте я буду заканчивать это видео. Всем пока и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока и ставьте лайки. Пока-пока.